Thank you.
хочешь среди детей наших. Все будет прямо в лучше среди детей наших. Наши дети такие счастливые. Такие счастливые. Наконец-то наши дети не искусственно счастливые, когда нет праздника. Мы его делаем снаружи. Искусственный праздник. Ни на что не похоже, когда душа ребенка не поет, а здесь поет. Здесь много творчества. Творчество детей наших. Школа искусств, красоты, поэзии. Единственная школа, которая нужна нашим детям. Они будут чистыми. Они станут чистыми. Эти дети, они уже пришли чистыми. Давайте не будем просто их закрывать. Давайте разрешим им просто вот так вот паять. Словно дети, не думая и не зная, что произойдет потом. Это просто жизнь. Дорисовал дождь, и можем присматриваться к этой картине и видеть, какие рисунки делает сама природа. Сам дождь, он тоже поучаствовал в этом творчестве и оставил свой след. Потому что вода — это живой организм, и это точно так же, как бактерии, так и вода. Это же все живой организм, единый. И этот живой организм, он с нами связан единым сознанием. Вода на планете Земля связана с нашим сознанием. И то, насколько чистая на планете вода, отражает, насколько чистое у людей сознание. И то, насколько грязная у людей вода, отражает, сколько грязи в их сознании. И это все напрямую связано. И об этом вот здесь рассказывал дождь. Через эту картину можно будет послушать, как рассказывает нам дождь, как он говорит с нами о том, что вода и сознание человека едины. Эта картина называется «Пачамама». И Пачамама — это глубокая связь с землей, с матерью землей, с матерью богиней. И Пачамама — это дверь в следующее измерение, в пятое измерение. И об этом моя картина. Картина, которая перемещает сознание человека из прошлого в сознание будущего. И эта картина и есть перемещение в пространстве времени. И можно взаимодействовать с этой картиной и приходить в пятое измерение. И становиться человеком будущего. И человек будущего уходит к остальным иным. И там иные становятся тоже другими. И каждый, кто принимает энергию этой картины, может передавать ее другим. И весь мир становится единым, и нет разницы между иным и другим. И об этом моя картина.